А теперь обо всем подробнее. Сразу две фуры перевернулись в Козульском районе по дороге от Красноярска до Ачинска. Первое ДТП произошло в районе 16 часов. Грузовик «Мерседес» перекрыл всю проезжую часть. Из-за этого серьезные пробки образовались в обоих направлениях в районе Новочернореченска. Чуть дальше, в сторону Ачинска, на боку лежит еще один грузовик. Из кузова вывалились овощи. Эта фура лежит ближе к обочине, поэтому там с движением по трассе дела обстоят лучше. На месте обоих ДТП работают сотрудники госавтоинспекции. Дорожные службы эвакуируют грузовики с проезжей части.